Для многих турник – снаряд для выполнения упражнений. Но, добавив в эту незамысловатую конструкцию два подшипника, можно получить инструмент для заработка денег. Поэтому сегодня мы изготовим подобный лохотрон, чтобы попробовать на нем заработать. Началось все с похода на металлобазу. Здесь мы определились с диаметром перекладины и купили необходимое количество металла, помимо которого нам понадобятся два подшипника. Мой выбор упал на вот такие, в корпусе. И поскольку турник будет разборным, мы прикупили немного болтов и гаек. В общем, приступаем к изготовлению. Стойки готовы. В них будут вставляться профильные трубы, на конце которых установлены подшипники, благодаря чему и происходит вращение перекладины. Также для устойчивости конструкции между стоек установили распорку. Осталось срезать лишнюю длину болтов, покрасить снаряд и можно пробовать висеть. Ну, 52 секунды. Он еще шатался, просто земля неровная, поэтому немножко это дискомфорт доставляло. Ну, больше минуты я точно не даю. Стоимость попытки 50 гривен. Чтобы выиграть приз, нужно провисеть 2 минуты. При этом разноименный хват использовать запрещено. Данные правила придуманы не мной, а взяты у конкурентов, которые явно знают толк. С местом определились, собираем конструкцию. Подошел выпивший мужичок. А если повешу я 4 минуты, 10 минут повешу, и скоро получу? Нет, там только 2 минуты 500 гривен. 50 гривен он, естественно, не заплатил. Но мы решили, пусть попробует. Ну, Господь Бог, дай мне силы, чтобы я одержал эту жизнь. Газ к бою! Командир, рота равняйся! Ну, 50 секунд. Естественно, 2 минуты провисеть ему не удалось. Немного отдышавшись, он оделся и пошел дальше. Ну а мы ждем следующих участников. Будете пробовать? Це мені потягли, треба було звідчим підтягуватися? Ні, це просто на 2 минути провисіть, 50 гривень попытка. 2 минути висиш, 500 виграєш. Хто більше з них потягується? Там потягуватися не треба, треба висіти просто. Ну так теж може, ну добре. Пробуєш, так? Да? Ігор, дай стульчик. Давай, раз, два, три. Ой, ну добре, 20 секунд це давай просто. Тоже будешь, да? Давай. Ну там ще тільки шо. Готов? Да. Раз, два, три. П'ятдесят. Давай, подумай. Чому два осталось? Ним ключ осталось. 57. Пока два парня висели, привлекли внимание еще одного участника. С этой стороны, да, так, заходи, на стол, да, остановись. Как будешь готов, говори, я тогда запущу секундомер. Давай, раз, два, три.
Минута 17 пока что рекорд. До двух еще далеко. Дякую. Ну, поздравляю. Не, хорош. Давай. А сколько кошти? 50 гривен попытка. Держись. Ага. Сейчас я сдачу дам. Готов, да. Я запускаю. Здесь все закончилось на 51 секунде. Желающих попробовать этот факт нисколько не смутил. Это какая-то именно 53 секунды у чувака тоже было, да, что-то 48? Ну, плюс-минус, да, да, это вот среднестатистические, да. Ну, а это сегодняшний рекордсмен, который максимально приблизился к 2 минутам. Неплохо было бы повесить на турник светодиодную ленту. В темноте нас плохо видно, поэтому решили закругляться. Разбирая конструкцию, мы привлекли внимание еще одного участника. Что ж, закручиваем обратно. Сейчас там подкручу, да? Угу. Минута 26 – очень достойный результат, который смотивировал парней, проходящих мимо, принять участие. Привет всем. Минута 3. Это были последние участники, и мы вслед за ними отправились домой. По итогу, за вечер буквально на ровном месте удалось заработать 700 гривен. Заметьте, при этом никто не ушел расстроенным. Все с позитивом отнеслись к данному аттракциону. Ну а скалолазы или гимнасты, которыми вы будете пугать меня в комментариях, так и не подошли.